Напередодні Всесвітнього дня боротьби з інсультом лікарка-неврологиня Оксана Проченко розкаже нам, як же вберегти своє здоров'я, вберегти здоров'я судин, мозку. І ми насправді будемо сьогодні дізнаватись, що ж таке являє собою інсульт, чому ця проблема настільки актуальною є у нашій країні, взагалі в цілому світі, чому стільки питань стосовно цієї хвороби ставлять саме в ці дні, і насправді, як не допустити повторення інсульту, як жити після інсульту, і взагалі усі ці питання хочеться розібрати більш досконало. Тому, будь ласка, пані Оксано, розкажіть, будь ласка, що ж таке інсульт? Инсульт – это нарушение мозгового кровообращения. Вот есть хроническое нарушение мозгового кровообращения, а есть острое. Вот инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, и есть, которое сопровождается неврологическим дефицитом, острым неврологическим. Это, например, нарушение речи, там часто сопровождается параличами одной конечности или там ноги, руки. Очень разные проявления в зависимости от локализации инсульта. И инсульты, они бывают, ну, как бы две такие группы большие, можно разделить – ишемический и геморрагический. Слышали, наверное, так, такое, да? Так, так, кажуть, що є, да. Є це. Чим вони відрізняються? Вот ишемический инсульт – это когда вот, каждый сосуд несет кровь и питает определенный участок там, тела и также самый участок мозга. Вот, если этот сосуд, он сужается, забивается, через него не проходит кровь, тогда возникает ишемический инсульт. То есть перестает питаться участок мозга, и он погибает. А геморрагический инсульт… Ну, как инфаркт мозга, еще кажут так, на него. Так, да. Вот, а геморрагический инсульт – это когда, наоборот, происходит разрыв сосуда и кровоизлияние. Вот. И если ишемические инсульты, там, в принципе, мы можем рассматривать, от, ну, там они классифицируются от локализации, от этого проявления, от объема, то есть чем больше участок поражения, тем больше неврологических проявлений. Вот. То геморрагические инсульты, там у них есть такие подвиды, когда, например, разрывается сосуд в результате либо гипертонической болезни высокого давления, либо это касается людей уже постарше, либо аневризмы или мальформации, то есть сосудистая патология. Это уже может быть в любому возрасте. Абсолютно. Так, тобто інсультом може захворіти не лише доросла і вже схильна до серйозних хвороб людина, так, з, можливо, там якісь є патології, так, а навіть хворіють молоді люди. Да, да, дійсно. Чому зараз це стало так зрозуміло, чому, чому люди в такому віці можуть мати такі проблеми? Чому вони мають такі прояви? Невже екологія, невже стан нашого організму вже настільки зіпсувався, що тих хвороб побільшало, і вони помолодшали? Ну, я думаю, що тут вирос рівень діагностики, в першу чергу. Раніше ми не могли діагностувати дуже багато захворювання, а патологія розвитку сосудів, багато факторів. Я думаю, екологія і те, що впливає на внутріутробне розвитку, теж може впливати, ну, на розвитку сосудів, тому всякі аномалії строєння можуть зустрічатися. Тобто можна прогнозувати? Я що... думаю, ні. Не можна прогнозувати, не що може бути проблема, наприклад, так? А як себе вберегти? Если есть уже аномалия строения сосуда, да, то вы здесь узнаете о нем только когда происходит какая-то сосудистая катастрофа. Угу. Тут как бы самое важное в первую очередь оказать помощь, распознать и оказать помощь. Так, тобто ми повинні спочатку, якщо з людиною сталося зле, ми повинні знати точно, що з нею відбувається. Як це зробити і чи може хтось поруч, хто з вами зупинився, от хто, хто з вами зараз є, чи може він розібратися з цією патологією, з цією проблемою, якщо він не лікар, наприклад? Ну, є така от шкала FAST, це англійська абревіатура FACE, так, ARM Speech Test, тобто лицо, рука, речь, тест. И это как бы самое простое, что можно запомнить, что можно применить. Лицо. То есть часто мы видим асимметрию лица у пациента, у которого происходит сосудистая катастрофа, а потом нарушается речь. То есть мы просим человека, если первое лицо, то нужно улыбнуться, попросить, видим асимметрию, просим произнести что-то, какое-то предложение, а не одно слово, и мы видим, что есть нарушение речи. И просим поднять человека две руки и посчитать до 10. Опускается ли какая-либо рука, либо он способен держать две руки. Вот это как бы такой тест самый быстрый, который может ну, подтолкнуть к тому, что произошла сосудистая катастрофа. В первую очередь нужно терміново, позвонить. Швидку, так.
Да. Вот, как бы скорую, и там уже они будут оказывать неотложные мероприятия, госпитализировать в то отделение, в котором будет оказана помощь. Если это геморрагический инсульт, то чаще всего, ну не чаще всего, есть показания госпитализации в нейрохирургии. Если это ишемический инсульт, может быть нейрохирургия, но в основном это неврология. Ну, треба все одно, щоб лікар вже розібрався, бо тут, мабуть, людина з боку, вона зі сторони, вона не зможе розібратися, куди саме треба доправити постраждалого, доправити хворого, так? Ну, якби, так, цим всім займається скора, там у них є всі протоколи, як, куди і по яким критеріям і параметрам. Якщо людина вже отримала інсульт, то, мабуть, потрібно близьким і родичам бути поруч, і слідкувати за станом здоров'я цієї людини, що можна зробити? От взагалі кажуть, що після одного інсульту дуже треба бути обережним, бо може бути і другий, і третій, так? Ну, действительно, уже интересует только то, что уже когда произошел инсульт, или, может быть, до того, до момента, когда первый инсульт, вот эти еще моменты, наверное, важны. Это взагалі дуже важливо для усіх, тобто це така профілактика, щоб взагалі не було інсультів у нас. Да. Так? Ну, давайте ми спочатку про неї, чи вже, так? Да. Вот для профілактика інсульта – это следить за здоровьем, то есть вести здоровый образ жизни, это физическая активность, это нормализация питания, и очень важно следить за основными параметрами деятельности организма, то есть анализы, профилактические осмотры. Ну, не один так, раз на рік? Ну, можно, да, один раз в год. И те параметры, которые нужно было бы отслеживать у людей, во-первых, обратить внимание на то, какая есть генетика. Если у родителей были сосудистые катастрофы или какие-то сосудистые заболевания, уже этот человек должен обращать внимание на то, какой образ жизни он будет вести. И второй момент нужно, что для этого? Ну, чтобы, если, например, сосудистые были события у родителей, то есть это четко нормализация образа жизни, веса, избегание вредных привычек, курение, алкоголь. Вот, то есть здесь четко коррегируемые факторы, на которые нужно обращать внимание. Вот. Если, например, пациенты имеют какие-то заболевания, вот обращать по параметрам, липидограмма, холестерин, да, то есть холестерин, это очень важно контролировать, потому что ишемический инсульт, чаще всего, это проблема с атеросклерозом. Ну, очень большая вероятность, потому что атеросклеротические бляшки, они откладываются на сосудах, и нужно знать уровень холестерина для того, чтобы они контролировать их рост. Пані Оксано, але ж кожного року, так один раз на рік, така діагностика не проводиться, ну така загальна. За якими ще можна, можливо, аналізами чи ще якимось даними можна слідкувати, відслідковувати? Може, аналіз крові покаже? Общий аналіз крові, там, в принципі, тільки тромбоцити нам можуть показувати в'язкість крові і уровень гемоглобіна. Є такі заболівання, як еритроцитемія, це коли високий уровень гемоглобіна, еритроцита, в'язка кров. Це може бути теж способствувати розвитку інсульта. Тому, общий аналіз крові, да. Якщо є проблеми з почками, там тоже нужно смотреть, это почечный анализ. Если, например, есть другие нарушения свертываемости крови, или вот мужчин старше 40 чаще всего, есть такое заболевание подагра, да, вот как можно связать подагра и инсульт, да, мочевая кислота, диагностика. На самом деле мочевая кислота, она способствует вязкости крови, усилению вязкости крови, и повышение уровня холестерина часто коррелирует рядом, поэтому тоже высокий уровень вероятности развития инсульта. То есть, общие параметры все просматривать, і нормалізація образу житті, і фізична активність. І цих параметрів також, щоб вони стали до норми вже, ці параметри. Якщо з ваших родичів хтось вже хворів на інсульти, ви повинні теж, мабуть, бути готовими до того, що, можливо, ймовірно, це не 100%, але є така ймовірність. То що тоді робити ви рекомендуєте? Можливо, додаткові аналізи треба провести? В принципі, це всі основні. А якщо вже ми виявляємо якісь змінення, то вже детально, прицельно контролюємо ці змінення, ці параметри, які були виявлені. Якщо це густа кров, то яким чином? Може, її можна більше пити, наприклад? Чи є якісь рекомендації, як можна, не втручаючись в організм, але просто харчуванням покращити ситуацію? Действительно, достаточный объем жидкости – это очень важно для того, чтобы кровь была более текучая и не такая сгущенная. И очень важна еще физическая активность, потому что, когда человек сидит, у него застаивается кровь. Он часто у людей с сидячим образом жизни возникает варикозная или стоячая варикозная болезнь, да, и там могут образовываться тоже тромбы и все остальное. Да. Конечно, непосредственно варикозная болезнь к инсультам, она не имеет значения только в том случае, если есть открытое овальное окно.
то есть все полости сердца соединены, и тромбы с этого могут попадать и в головной мозг, разные круги кровообращения. Вот. Но все равно за этим нужно следить, и воду пить, и физическая активность – это профилактика. Так, це ми поговорили зараз про профілактику, ну ми, в принципі, все вже сказали. Можливо, ще є якісь. Є, да, от, наприклад, атеросклероз – це системне заболівання, і от вже в определеному возрасті стоїло б людям раз в полгода або раз в год проходити ультразвукове ісследування сосудів голови і шеї, для того, щоб дивитися, є ли бляшки, з'явились ли вони і яких вони розмірів, наскільки вони стенозірують, тобто сужають просвіт. Так, якщо зараз повернемось до того питання, коли вже стався інсульт, то якими повинні бути ваші дії? Щоб поставити людину на ноги, це перше. Так, щоб не повторювалося більше. І щоб другий, третій раз не стався. От те, що ми говорили до цього, це була первична профілактика. А то зараз це називається вторична профілактика. Здесь важливо вияснити, яка причина. І вже якщо ми знаємо причину, ми можемо більш-менш коригувати фактори. Якщо це атеросклероз, то липидограмма, смотрим на сосуды. Если это, например, проблема с сердцем, да, вот как сердце связано с инсультами? Вот такой вопрос, да, говорят, что вроде бы заболевание сердца и инсульты. Если есть нарушение ритма, то там могут в сердце образовываться тромбы. Эти маленькие тромбы, они по чуть-чуть вылетают и забивают сосуды. Получаются кардиоэмболические инсульты. Вот, то есть нужно следить за, ну, как бы, выявить эту фибрилляцию предсердий, патологию нарушения ритма сердца, и контролировать это. И очень важно назначать к вторичной профилактике, помимо гиполипидемической терапии, контроля артериального давления, других всех параметров, очень важно смотреть на, назначать препараты, которые разжижают кровь, так, ну, говорят, разжижают кровь, то есть антитромботическая или антикоагулянтная терапия. Это две группы препаратов. При нарушениях ритма фибрилляции назначаются антикоагулянты. Вот. А если вторичная профилактика после инсульта, не геморрагического, это мы говорим об ишемическом инсульте, то там антиагреганты, аспирины. Вот мы знаем все аспирины, и назначаются вот эти вот препараты. Потом, для того, чтобы человека поставить на ноги, в первую очередь, вот вы начали, изначально говорили, что нужно, чтобы была семья рядом. Люди, которых окружает семья, которые помогают, они, конечно, значительный процент выше восстанавливаются, чем те, которые просто лежат, и ими никто не занимается. Ну, или до речи, так, пришел один раз, принес еду, лекарства, все. Так, зараз люди зайняті і дуже часто наймають людей, які, чужих людей, які можуть посидіти там з вашими близькими родичами, так, поки в них інсульт. Мабуть, там відсоток буде нижчий, ніж коли ви самі зможете це зробити. Эмоциональная поддержка. Так. То есть человек ощущает, что он нужен. Если кто-то чужой сидит, ну да, он выполняет все функции. Там помыть, покормить, там все, самое необходимое, может даже поговорить, но нет эмоционального контакта, и человек понимает, что он уже не нужен, он парализованный, он болеет. Ну для чего быть обтяжливым? Так, да, якщо, да, да, да. Вот. Якщо зараз серьезная проблема. Очень большой процент, это то, как участвуют родственники. Есть еще реабилитация, она, ну вот после инсульта, для того, чтобы поставить человека на ноги, она должна начинаться даже, в принципе, через несколько дней после того, как произошло это событие. Даже если человек в реанимации, то уже пассивная гимнастика должна с ним происходить. Ну, то есть с ним должна проводиться. Вот. Ага, тобто можна попросити, а зараз є в законодавстві такий пункт, коли один із близьких родичів може бути в реанімаційному відділі і допомагати. Так? Тобто це за умови, якщо лікар ваш может вам дозволить робити цю, в принципе, родственники могут, но они не обучены. А есть специалисты, которые обучены. И вообще мультидисциплинарная команда. Вот это вот есть в протоколах и в законодательстве. Мультидисциплинарная команда, в которую входят разные специалисты. Специалист по речи, логопед, эрготерапевт, физический реабилитолог, массажист, врач-невролог и все, кто нужны. И вот на разных этапах все эти специалисты подключаются по мере необходимости, которые нужны. Родственники могут только помогать специалистам и выполнять рекомендации. То есть, ну, как бы, когда нет специалиста, он не все время приходит, не все время так, находится. Звичайно. Да, в это время тогда уже родственники подхватывают эту всю работу. На самом деле, это работа мультидисциплинарной команды.
Ну, це дуже ефективна робота, да. Бо людина, ну, в рази просто швидше стає на ноги, вона розуміє, що з нею займаються, бо самі дуже важко впоратись, особливо після такого тяжкого стану, коли люди повинні навчитися і говорити, і рухатись, і себе розуміти, так, їсти, ну, тобто все, що колись вони вміли робити, їм треба все це робити по-новій. Да, і є от реабілітація, яка знаходиться в відділенні, да, там еще людьми занимаются, но потом уже человек не может находиться долго в отделении месяцами, его выписывают домой. Вот здесь вот уже они могут, родственники, связываться с реабилитологами, которые будут продолжать. И вот я назвала эрготерапия. Знаете, что это такое? Расскажите, будь ласка, нам еще. Это новое абсолютно. Сегодня, кстати, день эрготерапевта. Вот, поздравляем всех коллег. И эрготерапия – это новое направление у нас, введенное в номенклатуру. И это эти специалисты, которые обучают человека, перенесшего инсульт, сосудистую катастрофу, к обыденной жизни. То есть они учат самым простым вещам, как вот находиться, как чистить зубы, как пить, как есть, как обходиться самыми необходимыми вещами без помощи других. Вот настоящая вот как бы комната для занятий с эрготерапевтом, там может быть даже просто кухня, стенка. Вот настоящая стенка с посудой, со всем, вот они обучают. Есть специальные аппараты, которые обучают, есть упражнения, всякие конструкции, которые обучают работать рукой. Для человека очень, если он не может ходить, то хотя бы то, что он может делать рукой, это очень важно. И эрготерапевты, они обучают вот именно таким вот самым жизненно необходимым. Это новая специализация, она достаточно актуальная. Дуже актуальна и потрібна. От що, це найголовніше. Ми ще раз вітаємо усіх эрготерапевтів з їхнім професійним святом. Я вам дуже дякую, пані Оксано, що прийшли сьогодні в нашої студії. Справді, ми дізнались дуже багато про цю серйозну проблему, на яку звертають увагу лікарі усього світу. І дуже хочеться, щоб ми з вами були поруч, якщо сталася біда у когось із родичів, і щоб ми всі були здорові. Тут дуже хочеться, щоб насправді таких проблем було менше. Тому будемо чекати вас ще у нашій студії, а ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення!